18 июня 2024 года, 14 часов 22 минуты. Приступаем к прохождению третьей финальной части игры. Забыл, как она называется. Ну, короче, вот та, в которую мы сейчас играем. Не детские сказки, ёлки-палки. Походу, эта часть самая короткая будет. Первая часть была около 5 часов. Вторая часть где-то 2 часа, а это, по-моему, и того меньше. Но посмотрим. Поехали. А ну чего тебе? Слышь, тролль, шарик подари, а? Подарить не могу. Могу продать. Один шарик, один пятак. А скидка первому покупателю? Первый покупатель уже был. Второй. А бесплатно что-нибудь у тебя есть? Есть. Можешь взвеситься. В связи с рекламной акцией... за счет заведения. Хорошо бизнес идет? Так себе. Настоящие покупатели повымерли. Спрос упал. Так уж и повымерли. А где они? Вот и я спрашиваю, где? То-то же. Нету их. Кончились. А так хотелось... чтобы пришел чувак с мешком пятаков и чтобы на все эти пятаки шариков накупил на год вперед. Не слабые у тебя запросы. Бизнес? Да нет, нет вопросов. Ну нет, так, нет. Был бы этот зонт размерами поменьше, можно было бы его с собой взять. А так... большой он слишком. Как думаешь, сколько вешу? Пуда 3 от силы. Ого, ровно 5. Хорош издеваться, сам-то ты сколько весишь? Да я и не взвешивался. Меня это не интересует. Суперкола. Что бы это могло значить? Арбайтон, как оккупанты-то зверствуют. Закабалили печурку. Над своими каминами, небось, так не измываются. Агрегат не трогать. Он у меня как бы арендованный. Интересно. Много пятаков в этой штуке уже накопилось? Наверное, много. Прикольный зонтик. Мне бы тоже такой не помешал. Ходишь себе с ним, и солнце тебе, что называется, по барабану. Как думаешь, сколько вешу? Пуда 3 от силы. Хорош? Да я... Короче, повторяется. А ну чего тебе? Да нет, нет вопросов. Ну нет, так, нет. А печка у тебя что, вроде насоса? Типа пылесоса. Сам не видишь, что ли?